Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о том, как пить соду пищевую натощак с водой для похудения. Чтобы стать стройной и привлекательной, представительницы прекрасного пола используют самые экзотические методы. Употребляют уголь, уксус, мочегонные средства, пилюли, дорогостоящие средства и травы. Обыкновенная пищевая сода с водой обладает преимуществом выводить токсины из организма и растворять жиры, эффективно снижая вес, не нанося вред здоровью и экономический ущерб семье. Специалисты рекомендуют разводить половину чайной ложки соды в половине стакана воды и употреблять коктейль утром натощак. Некоторые специалисты рекомендуют увеличить дозу вдвое. Употребляют коктейль 3 раза в день за 30 минут до еды. Однако, следует учитывать индивидуальные особенности организма, лишнюю массу, состояние здоровья и образ жизни. Принимать двууглекислый натрий с водой натощак для похудения необходимо правильно. В течение дня между приемами еды в желудке должна отсутствовать пища, следовательно и пищеварительный процесс замедлен. Принимать соду желательно курсами в небольшом количестве с постепенным увеличением доз. Однако, если организм не воспринимает натрий, не насилуйте его. Полностью исключить из рациона питания жирную пищу, сахарные, мучные составляющие, сладости, алкогольные напитки и табачные изделия. Включить в образ жизни каждодневные массажи и занятия физкультурой. Проконсультироваться с лечащим врачом о подобных методах снижения веса. Содовый напиток в небольших дозах полезен, однако при злоупотреблении способен нанести капитальный вред здоровью. Как и любой другой элемент, сода необходима организму в умеренном количестве. Ее активные составляющие нейтрализуют избыточные вредные кислоты, повышают необходимые щелочные запасы, делают мочевину щелочной, облегчает функционирование почек, восстанавливает глутаминовую аминокислоту и препятствует накоплению камней. Напиши в комментарии, будешь ли ты использовать соду для похудения, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.